Когда первый день услышал, что пожар идет, в первую очередь я поехал туда и увидел, что происходит пожар. И всем ребятам позвонили, что мы должны помочь из кыргызской общины. Мы сразу немедленно собрались и сразу поехали туда помочь. Мы человек 20 поехали сразу туда. Время обед стараюсь кормить всех там пожарников, сколько там людей находились, всех пытались помочь. Готовы были на все, и даже в дальнейшем времени мы всегда готовы помочь с кыргызской общиной. Не то, что там продуктами и питаниями помогли, даже ночью дежурили, и тушение пожара помогли. И обед, второй день обеденное время даже отвезли сухую еду. И вечером уже горячая еда, там примерно 150 человек там готовили на место. Мы, конечно, не могли бы со стороны оставаться. В свою очередь, когда нужно будет, мы должны этого делать. Так как мы живем здесь, работаем, кормим своей семьи, как мы можем остаться равнодушными или в стороне, да, от этого? Поэтому мы сами не простим себя, если пропустим такую возможность помочь кому-то. Если люди всегда вот так сплоченно работали, в мире намного-намного стало бы лучше жить.